Метавселенная Татарстана — это проект, реализуемый лабораторией Digital Media Lab. На данный момент над оцифровкой культурного наследия республики работает более 20 разработчиков. Digital Media Lab — это лаборатория ТИС, научная, производственная, обучающая. Мы образовались примерно 8 лет назад совместно с ИТИСом и тоже стояли у истоков ИТИСа, и сейчас находимся в ИТИСе. Соответственно, чем мы тут занимаемся? Мы занимаемся задачами, связанными с компьютерной графикой реального времени. Это виртуально дополненная реальность, это игры, это симуляции, симуляторы, синтетические данные. В общем, все, куда прикладывается графика, туда и мы. Проект получил рабочее название TAT Metaverse. На данный момент в лаборатории создается концепция и пишется техническое задание. Метавселенная Татарстана — это многопользовательская игра, которая помимо тривиальной прогулки по локациям предполагает полноценный сюжет и различные квесты. TAT Metaverse — это не первый опыт разработчиков в игровых проектах. 5 лет назад лаборатория при институте уже представила проект про древний город Болгар. Собственно, это же не просто проект, это игра, и вы играете за купца из Багдада, и вот вы устраиваете свои там торговые связи, общаетесь с местными жителями, выполняете их поручения, ходите по этим улицам и погружаетесь в эту интересную историческую среду. Мы абсолютно полностью переделываем контент весь Болгара, который был. Мы перешли на другой движок. Если раньше мы работали на Unity, то теперь это Unreal Engine. Мы будем переделывать здание уже под современные требования и под современное железо. Проект Метавселенной презентовали на итоговой коллегии Министерства культуры Республики Татарстан. Команда разработчиков лаборатории получила множество положительных отзывов. Проект Метавселенной поддержан Министерством культуры и Министерством цифрового развития Республики Татарстан. Срок производства займет около 2 лет. Роберт Хасанов, Алия Сафина, Александр Кузнецов, Универньюз.